Здравствуй, дорогой зритель. Как видишь, поменялось место для съемки, потому что хочу кое-чего для автомобиля распаковать. Не совсем это, правда, удобно. Ну да ладно. Посмотрим, что из этого получится. Взяли вторую машину. И, соответственно, сразу понадобилось много чего интересного. И помимо машины еще взял, наконец, себе Ми-9. Думал. Вот я его взял. Поэтому это не только для машины, но и для тех, кто имеет Xiaomi Mi 9, либо какой-то другой телефон с беспроводной зарядкой. Блин, это спойлер был, да? Ну да ладно. Мы раз. О, кстати, да, не буду сейчас показывать, потом отдельно будет обзор на регистратор. Вот это вот самая такая вроде как интересная посылочка. Сейчас скотчем. Блин, как ты ее засунул-то сюда? Вот это вот от Xiaomi, наверное, будет повеселее. Ну, мы сейчас на это дело посмотрим. Почему она будет повеселее? Потому что она может до 20 ватт выдавать. Тяжелая, блин. Угу. Так, что мы имеем? Мы имеем кабель Type-C. Мы имеем USB-1, USB-2. Зарядничек такой от Xiaomi. Вот такую вот финтифлю, которую можно приклеить на торпеду. Она на двухстороннем скотче. И сама по себе зарядка. Такая бомбукера глянцевая. Прям вот ух. Так. Такой вот оптик, крокодильчик, короче, у нее. Ну да ладно. Давайте-ка мы ее попробуем включить, посмотрим, что из этого получится. Да, синенький кружочек появился. Все работает. Так, ну чего, давайте попробуем понять, как же вот такой вот. Как, о, вот, наверное, вырежу и заново покажу. Как же, вот видите, да, такой широкий телефон влезет в такую зарядку. Все просто. Видите? Опаньки. И зарядочка пошла. А как тебя вынимать? Как тебя вынимать-то? Блин. О. Ну-ка еще раз. Телефон встал. А если мы его хотим вынуть? Да, мы вот заговариваюсь. В это место нажимаем, лапки раскрываются. Лапки закрываются. Телефон ставим. Телефон держится. Пальчик прислонили, телефон отпустился. Так, давайте посмотрим, что у нас со второй зарядкой.
Ну, она, по идее, попроще. Блин, я же так замерзну нафиг. Да что у тебя? Так, здесь мы имеем да что у тебя? Липко. Угу. Оп. Это за дефлектор, чтобы ее цеплять. Раз. И имеем, чтобы это липкий такой не было. Где вот так сейчас открою. Чуть только. А, ну это опять же, хоп, вставляем за дефлектор. Ну-ка. Да, по такому же принципу. А вот это я даже не знаю, куда это цеплять. Сейчас разберемся. Ну, так, вот звонками немножко подвлекают. Да что ж такое, сейчас вернусь. Нет, ну так замучить мог звонками. Блин, а как тебя крепить? Блин, вот вроде элементарная вещь, а? Видимо, придется инструкцию посмотреть. Благо на русском. Там начали. О. Сканируйте, говорит, QR-код. Так. Давайте, например, будем считать, что качество какое-то. Не, ну здесь явно какая-то закручивающаяся петрушка должна быть, которой нету. Так, ну ладно, зато нашел я вот эту вот финтифлюм. И давайте. Куда вот эта вот ерунда может ставиться? Нет мысли. Нет, ну это ладно, это мы зацепили, хорошо. А дальше-то что? Видимо, какая-то приклеивающаяся еще фигня должна быть. Хотя нет. А, ну все, все, просто вот, вот так вот, да? Хоп. Цепляем ее. Одеваем ее, например. Вставляем.
Да, чтоб тебя и прикручиваем. По идее. Ну, может быть, без идеи. Так. Сейчас попробую прицепить. Оп. Так, ну, встала она сюда без проблем. Сейчас покажу. Опа! В моем случае она прям, ну вот, совсем мешается рядом с телефоном, рядом с рулем находится, то есть ее будет не видно, не слышно. Ничего-то в этом духе. Ну, давайте, наверное, зажму ее сейчас чуть посильнее. Оп. В общем, ребят, надел пока вот такую. Сейчас попробуем этот крокодильчик прицепить, посмотреть, что с этого получится. Получилось вот так. Ну, уже на что-то похоже. Единственное, есть у нас небольшая проблема. А, вам не видно. Сейчас попробую куда-нибудь камеру воткнуть. Видно вам так, нет? О, вот так вот видно. И попробуем, давайте, наверное, чтобы не заморачиваться, подключим. Куда тебе втыкать-то? Видел же. Ну, ёшкин ты кошкин-то. О! Что у нас получается в этом случае? Ну что, зарядка не идет? О. Ну вот, например, вот так вот, если изогнуть, ну, вроде как удобно. Но почему не идет зарядка? Это первый вопрос. И второй вопрос, как тебя... По идее, ты должен... По какому принципу ты должен работать, а? По-моему, принцип следующий. Мы вставляем телефон сверху. И он, по идее, должен, надавливая своим весом, все это дело... Надавливая своим весом, он, по идее, должен держаться. Но держится как-то он... Сейчас вам чуть повыше сделаю. Держится он как-то так себе. Эта зарядка мне не сильно понравилась. Камера, стой. Зарядка мне не сильно понравилась, но у нас есть вариант. Давайте вот так вот ее попробуем сделать. Да не, ну... Колхоз Завета Ильича какой-то. Ребят, честно, колхоз Завета Ильича, поэтому... Ой, сейчас воткну. Да потом я ее воткну. Да нет, я лучше сейчас ее воткну, потом опять забуду. 70 мэй. Да, заряжает, да, работает, да, есть там два варианта крепления для
некоторых автомобилей вполне возможно вот этот вариант крепления будет вообще самое то, да, но в моем случае он что-то как-то прям мне совсем не зашел. Давайте вернемся к предыдущему. Видите, сзади охлаждатель есть, потому как 20 ватт это вам не хухры-мухры. Сделан он более качественно. Вот с вариантами крепления. О! Опаньки! Да, прям вот так вот, да? Да, прям вот так вот. Значит, смотрите. За вот эту штуку тоже цепляться он будет. Ух, ёлки-палки. Вот это крепко. Оп. И вы можете вполне его там куда-нибудь приклеивать. Вопрос куда? Да, мне он что-то не пришение пристегаю. Вот так вот, наверное, можно. И если приклеить, тогда будет еще один приятный момент, что можно будет не заморачиваться по поводу дефлекторов. Ну, только вот что-то как-то вот сюда приклеишь, кнопка камера. Надо его куда-нибудь сюда. А что ж такое-то? Ну, так-то вот было бы сюда хорошо, только вот сюда слишком низко. Блин, ребят, ну вот такую классную тему можно сделать, но в моем случае что-то она прям как-то не делается. Давайте, поэтому я его сейчас опять прилеплю на дефлектор. Вот он у нас на дефлекторе висит. Да? Как нам тебя включить? Ой! Кстати, за проводом потянулся. И все, к чертям собачьим уронил. Задолбался крепить камеру, короче. Не хочется, надо тут никак крепиться, но вроде получилось. Так. Значит, включаем. Ставим. Стоит. Стоит и заряжается. Ну, вот это вот, конечно, вариант мне гораздо интереснее. Единственное, сейчас буду думать, каким макаром его и куда можно приколбасить. Сейчас, наверное, вернусь. В общем, ребят, повесил я пока на дефлектор. Буду думать, куда его можно перевесить. Но висит он здесь, конечно, неудобно. Прямо скажем. Ну-ка. Ну, то есть, как бы видно-то видно, да, то есть, там, по Bluetooth разговаривать можно, но вот вынимать его, видите, надо же сюда подсунуть палец, чтобы он его выпустил. Это крайне неудобно. В общем, сейчас подумаю, куда его еще можно прибубенить, но в других машинах, я подозреваю, это будет гораздо проще. Буду думать. В общем, в итоге, сначала я расстроился, потом... Все-таки я принял решение, то, что я прикреплю, в моем случае, вот сюда, эту петрушку. Бардачок останется свободным к открыванию. Вот сюда мы в него вставим саму зарядку. Кабель надо только теперь поменять.
под ключем снизу. Да не жужжи. Провод. Немножечко развернем в свою сторону. Закрутим гаечку сзади. И будем с удовольствием пользоваться. Зарядка идет, все хорошо. Обзору не мешает плюс-минус все то же самое. Дефлектор у нас остается свободным. Может дуть своим холодным воздухом. И вынимать, собственно говоря, достаточно удобно. А в связи с тем, что у меня по Bluetooth все это дело соединяется, ну, собственно говоря, вполне хорошо. Опять же, простую держалку никто не отменял. Приблуду эту можно снять, проблем никаких нету. Ну вот, сильно вверх поднимать нельзя. А то стекло вынесешь нафиг. Ну, за сим, я думаю, все. 70 мэй мне как-то вот не особо сильно зашел, но, возможно, под вашу машину он будет более интересным. Я хотел именно эту. За сим все. Всем всего. До скорых встреч. Увидимся.